Отдел выдачи МФЦ Ленинского городского округа в день обслуживает более 500 заявителей. Здесь можно получить документы, заявления на которые были поданы в многофункциональном центре или через портал госуслуги. В связи с большим потоком посетителей в декабре прошлого года отделу было предоставлено просторное помещение на втором этаже. Здесь у нас существует специальный терминал, чтобы не стоять в общей очереди, это быстрее для заявителей. Они в терминале берут талон и сразу попадают в этом же зале, сразу попадают на выдачу документов. Сейчас в отделе выдачи документов функционирует 10 окон. Все зависит от того, какой это день недели. Есть дни недели, когда поток поменьше, есть какие-то насыщенные дни, особенно суббота у нас заявители, когда они работают, приходят на выдачу документов. В воскресенье у нас более легкий день. Можно, те, кто не хотят долго ждать в очереди там или еще что-то, можно посетить в воскресенье нашу выдачу. Инна Фролова в многофункциональном центре работает 6 лет. Главный специалист отдела выдачи рассказывает, что в новом зале намного удобнее принимать посетителей и появилось больше места для хранения документации. Регистрация права собственности, регистрация по месту жительства, паспорта очень большой. Мы оказываем услуги в количестве 250. И все заявки по РПГУ, которые оформляются, мы тоже выдаем. Отсутствие очередей и своевременное обслуживание отмечают и заявители. Получил собственность на помещение. Очень удобно, вообще очереди нет. Обслуживает максимально хорошо. Все нормально. Изменения произошли и в офисе «Мои документы», который расположен в микрорайоне Бутово парк, где для удобства населения добавили 5 дополнительных окон. Мы провели анализ по количеству обращений, по количеству нагрузки на окно, на нагрузку на оператора. И так получилось, что нагрузка очень большая. И для удобства, в первую очередь, заявителям, да, мы решили вот подать заявочку на расширение. Сейчас в зале площадью 300 квадратных метров работают 10 окон. В день специалисты МФЦ обслуживают около 400 человек. Абсолютно все такие же условия, как и в центральном офисе. Все специалисты универсальные, занимаются как приемом, так и выдачей документов. Елена Ремезова, специалист-консультант бутовского офиса, рассказала, какие услуги наиболее востребованы в их отделении. Чаще всего к нам обращаются за регистрацией прав на недвижимость, поскольку в нашем районе очень много новостроек. А также молодые семьи с оформлением детских пособий. Очень удобно, рядом с нами находится, очереди практически нет. Вот. Даже можно воспользоваться компьютерами, если есть какая-то информация на флешке, там в интернете, без проблем. Сказали, освободят окно, где можно будет сразу оплатить госпошлину и подать документы, очень удобно. Расширение офиса в Бутово парке прошло в июле прошлого года. Оно позволило улучшить доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг жителям активно развивающихся территорий Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.